Всем привет! Вы на канале Светлана Карпова. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить самое интересное, веселое, увлекательное видео. А я вам сейчас покажу, как кушают наши улиточки. Кстати, да, один из подписчиков написал мне, как называются вот эти наши, которые мы привезли из Греции. Спасибо вам большое, я о них тоже почитала. Я не знала, как вы. Извини, что я тебя напугала, моя маленькая. Я не знала, как они называются. Им еще, оказывается, нужно на веточках мох с леса приносить. Вот я тоже займусь этим. А Хатина, смотрите, как поела морковку и уже, по-моему, спит. Услышала меня, начала вылазить. Вот так покушала морковочку, вкусно. Вылазит. Вторая наша кушает морковку. Вот она погрызла, чтобы вы видели. Вот она вот не так сильно, как Ахатина, но вот она ее так покушала. И вот листики салата она тоже покушала. Ахатина наелась, морковку наела и спит. Я их покупала, убрала у них, покормила их. Вот так же вот наши улиточки. Это вчера они покушали. Я стараюсь им постоянно, чтобы у них была сепия. За счет этого растет панцирь у улиток. Ну, судя по тому, что вот у этой улитки панцирь уже завернулся наверх, вот она больше расти не будет. Это такой вид улиток, они не растут большими. И они прекрасно растут и живут вместе с Ахатиной. У меня Ахатина еще кушает. Поверну, вторая, я вам покажу, как Ахатина кушает. Она еще лопает морковку. Еще завтра я им добавлю сюда кальций. Вот видите, я им покрывала оливковым маслом. Они такой вот блестящий. Это для питания их панциря. Вот такие вот у нас улиточки. Красивый, да? Не видно, здесь плохо видно. Маркоч, ничего, зайка, иди ко мне. Иди, мой хороший, иди. Да. Кто-то ходил, да? Иди сюда. Молодец. Ну, конечно, ты защитник. Вот такой у нас защитник. Только что-то где-то шумит. Ну, соседи ходят, он начинает лаять. Что у нас здесь? Что у нас там? Пошла в какую-то бяку протяжку. Марк, иди на. Иди сюда. Иди, мой хороший. Иди. Бух. Молодец. Ты настоящий молодец. Иди сюда. Иди ко мне, дам что-то вкусное. Иди. Иди, мой хороший. Иди. Да, иди, иди на ручки, иди на ручки. Что-то он решил понять. Иди ко мне, мой хороший, иди, я тебе хочу показать в камеру, иди. И моя зайка, иди. Ой, потянулся, на. Ты не хочешь кушать? Ты вкусняшку не хочешь? Иди ко мне. Иди. Я сейчас о улитках снимаю, а не о тебе. Да. Ну, тебя тоже покажу. Иди. Не захотел, ребята, идти. Пошел спать. Он покушал и тоже спит. Да. Вот такой охранник. Не показываю вам, потому что наш злой пес, он любит у входа лечь на обуви. Мне это не очень нравится, но я не могу его переучить. Он себя возомнил охранником, и вот он охраняет дверь, такой вот смешной. Я вам как-то покажу его, но я думаю, это уже чуть позже. Сейчас вам хочу улиточек наших показать, вот так они кушают. Вот видите, Ахатина все время кушает, он двигается.
Вот здесь место у нее еще растет панцирь, видите? Панцирь растет. Мусор прилип. Такие наши красивые улитки. Шикарная улиточка у нас. Она у нас уже очень давно. И она уже очень огромная. Эта улитка у нас 3 года, а Хатина 5 лет. Вот 3 года они живут вместе. Такие красавицы. Их любимое блюдо — это вот огурчик, кабачок, морковка, яблочко. Они еще любят салатики разные им даю. А летом я им даю листья винограда. Они очень любят разные листики, я им приношу. Вот. Я очень хочу жить в доме для того, чтобы мои животные могли не только вот в квартире находиться, да, а там я их смогу по территории выпускать гулять, ну, естественно, охраждая от того, чтобы они не поранились. Но у них уже будет доступ к улице. Там, где не будет трассы, дороги, где будет чистенько. Вот я очень хочу дом, очень хочу, чтобы моим животным было комфортно. И мне, и деткам, и всей моей семье. Маме, мужу. Она интересно кушает. Так вот вчера, ну не вчера, за несколько дней погрызли. Сепию, обязательно сепию покупаю. Обязательно сепия есть в террариуме. Сегодня я помыла террариум, потому что пару дней у меня не было возможности это сделать, я была занята. Сегодня я это сделала. Обычно это делаю на выходных. Ухаживаю за всеми своими животными, аквариумами, кошечками. Ну, есть животные, в принципе, каждый день я за ними ухаживаю. А вот такие глобальные вещи я делаю раз в неделю. Мыть террариум, аквариум. Ну, аквариум не мою, подмену воды делаю. Мою я крайне редко аквариум. Это когда, ну, я не знаю, раз в год, может быть, а то и реже. Давно уже не мыла аквариум. По необходимости, в общем, скажем так. Видите, как она скушала морковку, кушает. И вот абсолютно никаких проблем, когда вот такие две улитки живут в одном террариуме. Часто, кстати, малышка лазит по охотине. Ей нравится. Шоколадка назвала. Милочка назвала ее Диана. Сначала шоколадка, а потом сказала, что будет Милочка. Бьет. Ой, ребят, устала, хочу спать. Вчера очень много было дел. Вчера очень много ездила, смотрела домов. Ну, вы знаете, из такого огромного количества, которое посмотрели, 2 всего лишь понравились, ну вот так, чтобы понравились, которых я вижу, что можно что-то сделать, где можно жить. Ну, об этом я вам расскажу в каких-то своих других видео. Ну, вот видите, как она там выгрызла морковку. Вот так любит вкусно покушать. Все, ребят, всем пока-пока. Подпишитесь на мой канал. Не пропустите самые интересные, веселые, увлекательные видео. Пока. Это наша Хатина, принцесса и Милочка. Пока.